Здравствуйте, дорогие друзья! Очередная посылка с Китая GearBest. Вскрываем, смотрим, что внутри. Насадка на кран. Так, внутри больше ничего нету. Странно, раньше GearBest сложил вкладыши с наименованием комплектом. Сейчас этого нет. Ну, это не столь важно. Так, упаковка, LED-подсветка. Инструкция по установке. Какой цвет? Ну, больше такого ничего интересного. Диапазон работы. Скроем и смотрим, что там у нас по комплектации. Есть такой у нас фильтрик, прокладка, фильтр, можно так сказать. Ну и все, больше здесь ничего интересного. Дырочки для воды, чтобы была рассеянная вода. И как она включается, даже не знаю. Сейчас я пока не могу подключить, потому что у меня там гора посуды. Вот. А по работе сниму позже видео. А пока буду получать поинты на GearBest. Все, спасибо за просмотр. Всего хорошего. А вот не угадали, мы продолжаем снимать видео. Как видим, я этот штуковинку установил. И принцип работы понял. Стоит маленький какой-то генераторчик, точнее ротор, который вырабатывает от вращения электричества, и оно светится. Он слегка добавляем, как говорится, мощности, и оно светится намного ярче. Единственный минус, я рассчитывал, что когда будет горячая вода, он будет менять цвет на красный. Но этот оказался только одного цвета. Вот холодная, вот горячая, без толку. Сейчас попробуем отснять в темноте, что у нас выйдет. По качеству, конечно, не гарантирую. Это маленькие обороты. Ну так, подсветочка есть какая-то. Все, всем спасибо за просмотр. Теперь до свидания.